Сорт винограда «Белый великан». Василия Ульяновича Капелюшного сорт. Вот такие. Это второй год у меня уже с урожайчиком. И в этом году почему-то на нем появился какой-то начал появляться то ли загар, то ли что. Вот оно, о, порчено. Много пришлось поудалять. На Вере, это в родителях у него Вера на талисман. Вот такая штука. Не знаю, что это такое. На Вере такая. И на это, может, это от Веры и передалось. А так сорт хорош. Хорош он. Урожаем видно. По две грозди и тянет. Вот она, ягодки. Все. Что-то он не сильно-то и вызрел, еще зеленоват. Еще не белый, как великан. Но некоторые грозди не вкусные, некоторые сладкие. Есть повреждение. Вот, вот она, еще такая вот ягодка с этим. Это даже не треснуто, это не знаю что. Ну, наблюдаем за этим. О, оса уже прилетела. Только оборвал ягодку, она тут как тут. Ну, сорт смотрим, за ним наблюдаем. Видно, должен быть неплохой.